У меня два вопроса. Что значит открывать сердце? Хороший вопрос. Если встаешь до 6 часов утра, а ближе к 9 утра, начинает очень клонить сон после того, как встал, можно ли лечь спать или нужно потерпеть? Надо чуть отдохнуть. Потому что часто люди не привыкли рано вставать, они очень сильно расходуют силы в молитве и устают психически от этого. Нужен небольшой отдых, просто прилечь на 10-15 минут и заставить себя встать с постели после этого. И будет бодрый, хороший день. Потому что в это время, когда солнце поднимается, не надо в глубокий сон входить, будет плохо. А вот просто отдых никогда не мешает, особенно людям в возрасте иногда прилечь. Среди дня полежать 15-20 минут и опять же дальше действовать. Это нормально. Или прогуляться на свежем воздухе. У всех по-разному, как они их устроили. Я живу в своем... Что значит открывать сердце? Я уже стрелюсь, вызывается. Забываю перед вопросом. Это сложный вопрос. Ну давайте я просто, я сейчас начну лекцию с этого. Давайте еще пару ответов на ответ. Когда начну лекцию, я с этого начну.